На красном пищевике готовят спецзаказ. Авто доверху набивают лакомствами, совсем как новогоднюю коробку конфет. Кроме сладостей, внутри средства защиты. Очередное бобруйское предприятие присоединилось к марафону добрых дел. 600 масок и столько же пар перчаток, халвичные ореховые пасты, свыше 40 килограммов зефира и мармелада. Все это богатство для наших медиков. Машина подъезжает к центральному входу в БЦБ. Подарки передают врачам. В администрации кондитерской фабрики отметили, то ли еще будет. День в день доставят еще сотни килограммов сладостей. Хочется поблагодарить медиков Бобруйска и медиков Республики Беларусь за ту работу, которую они осуществляют в режиме фактически нон-стоп, 24 часа, 7 дней в неделю, находясь на острие проблемы. Вот, пожелать им крепкого здоровья. Уже неделю докторов балуют шаурмой. Мексикана, чикен, грибная, с пылу с жару. Во время доставки следят, чтобы не остыло. Передали более 400 штук и не намерены избавлять обороты. Порция в 500 граммов заменяет полноценный обед. В курином мясе много белка, в овощах клетчатка и витамины, в лаваше и соусе быстрые углеводы. Главное не налегать. Медики знают, как никто, рацион должен оставаться разнообразным. Как раз тот момент, когда деньги не имеют значения. То есть эта беда может настичь каждого, и мы считаем, что мы должны помочь врачам тем, что мы, какая возможность у кого есть. Добрую акцию поддержали сотрудники МВД. Силовики преподнесли сертификат на сумму более 2000 рублей. Деньги от сотрудников Кировского, Кричевского и Бобруйского отделов. Мы в дальнейшем будем оказывать всемерную помощь и поддержку нашим врачам для того, чтобы мы все вместе, совместными усилиями справились с этой большой проблемой, которая сейчас существует в нашем обществе. Медики уверяют, такая поддержка – существенный вклад в благое дело. Хочу выразить слова благодарности от всех медицинских работников нашего города и района за ту помощь, за то внимание, которое сейчас обращено к нам, к сфере здравоохранения в этот непростой для всех, для нас период. Сказать спасибо нашим супергероям в эти дни может каждый. Телеканал «Бобруйск 360» совместно с «Зефир ФМ» запустили в интернете флешмоб под специальным хэштегом «Спасибо за». Видео публикуются на YouTube-канале и в соцсетях. Максим Кембель, Андрей Богдан, «Бобруйск 360».